Скажите, пожалуйста, что сейчас происходит? Сейчас мы готовим ванну с обрамелью, лишка и грязь. Значит, температура водички в ванне 35-37 градусов, лечебная. Тогда наполняется ванночка, температуру мы проверяем, затем мы добавляем 200 мл, получается, вытяжки. Все разбавляем, но когда уже перед пациентом, какой пациент перед ним лепал, грязь, и уже разбавляется, и тогда он ложится. Время процедуры 15 минут. Спасибо. И как ваши ощущения? Очень приятно. Очень приятно. Теплая водичка? Да. Замечательно. Хорошего вам отдыха. Все замечательно. Спасибо.